БелЖД возобновляет сообщение по маршруту Минск-Мурманск. Состав будет курсировать один раз в неделю с отправлением из белорусской столицы по средам в 10:23 и прибытием в российский город по пятницам в 5:58. Более подробную информацию о графике движения, стоимости и правилах проезда можно получить в официальном мобильном приложении «БЧ Мой поезд». В Беларуси разработана дорожная карта по развитию гастрономического туризма. Документом предусмотрено расширение сети объектов белорусской кухни, включение их в комплексные туристические маршруты, а также проведение мастер-классов, дегустаций, фестивалей, выставок и ярмарок. В Могилевской области стартовала благотворительная акция «Елка желаний». Волшебное дерево с коробкой для подарков появилось в универмаге регионального центра. Вместо новогодних украшений – открытки с пожеланиями детей. Волшебникам стать просто. Нужно выбрать записку, а подарок положить в корзину. Сюрпризы адресатам передадут волонтеры БРСМ. Театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей пройдет в Бобруйске 18 декабря. Маршрут – социалистическая Максима Горького. Праздничная колонна начнет движение у театра драмы и комедии, завершится на площади Ленина. В 17:15 состоится торжественная церемония зажжения огней на главной елке. Государственные елочные базары в Беларуси начнут работать за 10 дней до Нового года. Первыми торговать праздничными деревьями начнут в Брестской области, а с 20 декабря – в Витебской, Гродненской и Минской, с 21 декабря – в Могилевской, с 22 – в Гомельской и столице. Адреса и режим работы в регионах вскоре опубликуют на сайтах лесохозяйственных учреждений республики.